1 августа в администрации Московского района состоялась церемония награждения юбилейными медалями в память 25-летия окончания боевых действий в Афганистане воинов-интернационалистов, которые во время афганской войны получили разного рода увечья и сегодня являются инвалидами, а также передача наград членам семей погибших военнослужащих, награжденных посмертно. Знаменательно, что мероприятие стало первым в новом зале церемониалов. В торжественной обстановке к присутствующим обратился глава администрации Александр Рогачук. В своем обращении он неоднократно говорил о том, что сегодня ветераны войны в Афганистане – настоящие преемники солдат Великой Отечественной, и на их плечи легла большая ответственность – помочь воспитать современную молодежь в духе патриотизма. В городе Бресте, в Московском районе, в частности, делается очень много для увековечивания памяти воинов-афганцев. Прежде всего, это та скульптурная композиция, которая была обновлена в этом году к 25-летию вывода войск в парке воинов-интернационалистов. Это массовые мероприятия, в которых участвует наш афганский актив. И, естественно, это такие мероприятия, как сегодня, когда органы власти, общественность отдает дань памяти тем людям, которые честно и добросовестно исполнили свой воинский долг. Сегодня в Бресте проживает около 1500 ветеранов войны в Афганистане. Большая часть из них ведет активную воспитательно-патриотическую работу. Воины-интернационалисты встречаются со школьниками, участвуют в памятных мероприятиях. Все это делается для того, чтобы правда об интернациональном подвиге советских солдат жила долгие годы, чтобы на примерах мужества и отваги воспитывалось не одно поколение молодежи. И представители власти, и бывшие афганцы для этого делают многое. Свой клуб создали. Ну, то есть мы с городской организацией поддерживаем отношения, ну и как-то так сами, ну где-то кто-то заболел или что, в больницу сходим. Спасибо администрации Московского района, что собрали нас сегодня, главе Московского района, что у нас тоже афганец, вот поэтому тут все так хорошо получилось, все красиво, вот, приятно было посидеть, послушать, получить награду. В торжественной обстановке из рук главы администрации медали получили около 500 воинов-брещан. Война в далекой стране открыла в истории Беларуси новые героические страницы и оставила уроки, которые здесь будут помнить долго.